Успей поставить лайк за 5 секунд, а иначе сам вот этот вот Джейсон прилетит к тебе сегодня ночью и расскажет сказку на ночь. Время пошло. Ну наконец-таки, боже мой, я Джейсон. Вы не представляете, сколько я каток просидел, и мне постоянно попадались вожатые. Уже где-то 2 часа пытаюсь найти Джейсона долбанного. Так вот, пожалуйста, получите и распишитесь, наконец-таки он, друзья, да. Неповторимый самый ужасный Джейсон. Так, где телефонная будочка? Ага, поставьте лайк, ребята, обязательно, потому что за Джейсона играть очень-очень сложно. Найти эту катку очень трудно. Да. Так, 3 капканчика у меня всего лишь. Играю за этого Джейсона, так как знаю, что его модернизировали, и он быстро перемещается вроде как. Но точно утверждать не могу. Точно ничего не могу утверждать. Ладно, полетели тогда вот... наверное, вот туда вот ближе. Я не знаю, какая тачка здесь будет стоять у нас, но там основная группа людей, да, у нас. Неплохо, не прогадал с машины, так что сюда мы установим свои последние 2 капканчика, а желтую, пожалуй, оставим без капканов. Вот так вот. Потому что в априори вот эту машину чинит, чем нежели желтую, потому что на этой 4 человека может уехать. Так, ну что, начнем свои путешествия, так сказать, да? Я тоже так думаю, и очень даже было бы прикольно. Здрасте, здрасте, здрасте. Мордасти, что вы там бегаете, ребятушки мои любимые? А зачем закрываться в комнате, а? Я не понимаю даже, а? Человек, амфибия. Ага. Я понял. Так, хорошо, тогда мы... Ну, я пойду и телепортируюсь, и заново его убью. Оба! Вот так вот, неплохо, совсем, отлично просто. Получай за это вот так вот, протыканием. Кстати, у него новые убийства открылись, а я что-то не прокачал их. Очень давно уже открылись, так что вот, можно было в принципе это и сделать. Ага, где остальные жертвы у нас, интересно, там, да? Возле машинушки трутся, я так и понял, я так, боже мой, и понял. Они ее заправляют там вовсю. Ну, давай, держитесь, ребятки. Где вы? Где вы? Твари обоссанные. Ладно, полетели к этой. Да, он, в принципе, быстро перемещается вроде как. Не знаю, такое. Оба! Здорово, чат, как дела твои? Давай я тебе помогу перебросить отсюда. -2. Да, замечательно. Сразу кто-то вышел. Ага. Так, где у нас остальные жертвы все? Вот, там прыгают, веселятся людишки. Я думаю, что я пойду куда-нибудь вот сюда, потому что там я кого-то видел. Думаю, что да. Замечательно было бы здесь завалить пару ягнят. Господи, нет, я немножко промахнулся, Побежала за свитерочком, вы смотрите на эту барышню, да? За свитерочком? Нет, у меня будка где-то в другой. Да, она там. А она ищет ее как раз-таки, думает, что найдет. Да неужели? Неужели найдет? Да не найдет. Не туда бежит, не туда совсем бежишь, красотушка моя любимая. Так, где ты у меня, родная моя? Давай, 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 быстрее копись. Так вот это у него долго копится, вот это его минус. Так, ладно, полетели. Оба! Ты что здесь прыгаешь, а? Вот так вот получай за это, да, а? Давай повалю тебя как на кровать. Только закончу немножко с тобой по-другому. Не так сексуально. И, блин, вышло, и анимации никакой из-за этого нету. И килл мне не засчитали из-за этого, блин. Да? Я так понимаю? Или засчитали? Интересно вот. Да, мне даже ничего не засчитали, типа, потому что она вышла. Ненавижу таких людей. Ладно. Есть кто-нибудь еще там? Не? Может, здесь где-то они? Без понятия. Да, они вот веселятся там. Замечательно. Так. А, с одного удара даже.
А с чего там было написано то, что он хорошо это все переносит? Это Кузака, да, мать вашу. Ну да, расходуйте материал. Он у вас дорого обойдется, девушки. И ножички тоже неплохо, ребят. Так. Не получилось. Я не могу тут. Девочка либо мальчик, он такой смешной. Это реально Кузак и говорит. Не, мне этот Джейсон очень не нравится, на самом деле. Какой-то он беспонтовый. Его так же все додосили спокойно. И не такого ничего прикольного не было, да? Ладно, пойдемте добью их. Чё-то меня бесит они. Ну вот, да, вот, кстати, получается немного. Так, рейдж-актив почти накоплен. Они мне неплохо с этим помогли. Они просто фанец. А чё вы бегаете, ничего не заправляете? Да, это наш стиль игры. Это же скучно, девчонки. Мы классные. Я не против то, что вы классные, но это надоедает просто так бегать. Холодно на улице. Садитесь в машину. Зачем нам машина, если ты все равно становишь? Я же тебя знаю, я тебя смотрю. Так, смотрите на этого проклятого злодея, который там что-то пытается делать. Ну куда ты собрался, милок? Ну вот, что? Ну как с ними играть, ну? Сразу выходит, даже не засчитывают киллы. Но я считаю, что я всех убил сам. И, собственно говоря, остались эти три барышни. И да, это бред. Это просто бред. Вы смотрите на них. Одна маленькая, как бы, да? Вот и одна бита сломалась. Девочка, сколько тебе лет? Много, дядь. Много? Это от сына вообще-то, мать. Это ваша... Дочь? Карманку свою выруби. Это сын. Сын? Да. Ты мальчик. Да, мальчик. Какой милый мальчик. Я убил вашего сына. Извиняюсь. Совсем случайно. They deserve to die, Jason. Make them suffer. Остались только вдвоем вы, да? Может, танцуете что-нибудь для меня? Прям вот вплотную прижмитесь ко мне, там, я не знаю. А как мне показать свое достоинство? Не, я очень сексуальный мужчина, так что... Вы зря ошибаетесь. Да посмотри на меня. Вы здесь больше такого никого не найдете. Не, мне интересно, я смогу схватить? Ну вот, доигрался. Доигралась. Да ужас. Чё ты танцуешь? Твою подружку убили. Две минуты осталось. И да, я это сделал. Доигрался, сука. Доигрался. На кол, блять! Мри, тварь! Никто не уйдет от Кузаки. Никогда. Никто. Запомните, я топ-маньяк один. Даже такие твари, которые просто танцуют под музыку, ничего не делают, просто убегают. Все поплатятся. А на самом деле сегодня, по-моему, не мой день для записи. И... у меня такие катки попадали, что это ужас. Это не моя самая лучшая из каток, потому что это... игроки были токсичные. Это прям самые худшие игроки, которые могли попасться, и ничего интересного в ней не было. Если я буду маньяком, то всем капец, да? Ух. Ой, вот люблю этот голос, вот люблю этот голос. Майнфрайн, ты быстро. Пожалуйста, спасибо. Да нет, повезло. Вам повезло, ребят. Он будет за мной. Он будет за мной охотиться. Я обычный выживший. Блядь, везде токсики.
О, господи, друзья, всем здорово, с вами Казак, и сегодня мы с вами опять же продолжаем играть в пятницу, нашу любимую 13-ю, и где я заспамился, боже мой, подумал, что в лесу, где-то посреди ночи. Да, собственно говоря, попался я снова к подписчикам, даже не приходится никого добавлять, друзья, так все равно ребятки-то встречаются. Прям много кто это, из русских играет, ребят, мне кажется, прям русская здесь пати везде в пятницу. А, не знаю, кто за маньяка играет, вообще не в курсе, и с этого мне хреново. Кстати, я за этого маньяка тоже хотел когда-нибудь поиграть, потому что, я как знаю, его модернизировали, и он теперь летает очень быстро. То есть вот эта третья способность, когда там телепортация, вот это все дела, он прям летает реально быстро. Раньше он был очень медленным. Не знаю, как сейчас, я просто посмотрел ролики других ютуберов, я что-то офигел. И говорят то, что он имбовый. Да, угу, дверка закрылась, замечательно. Ладно, постараемся выжить, по крайней мере, не знаю, что будет. Вот, реально эта пословица работает, у Адама половина, всегда есть ножичек. Так, рацию не буду брать пока что, потому что сейчас будут лишние вопросы на записи. Кузака, ты снимаешь, Кузака не снимает, Кузака это просто, да? Нет, Кузака снимает всегда, да. Пятница 13, он сейчас каждый день играет, так что если что, заходите, возможно, вы меня даже и встретите, в принципе, да? Где-то в 15.00 по МСК в основном захожу, может попозже. Сейчас в 5 часов вечера зашел. Вот, и снимаю для вас ролик. Не знаю, что ожидать от маньяка. Отличненько, ну потащили его, наверное, куда-нибудь поближе к тачке там. Я там еще и аккумулятор нашел. Какой же ты умничка. Там... А ты его бы это пометил, как, чтобы он на карте был. Где так, он стоит? Он помечен, я его пометил. А, ты так далеко сюда прибежал, что ли? Ни хрена себе. Да. Молодец. Специально. Нужен нож, у меня два. У меня тоже есть ножик. Оставь себе. Потом, если там маньяк будет где-то рядом, разберемся, что да как. Погнали тогда к главному дому, там посмотрим, что возможно установить, что нет. Может, даже ножичек пригодится твой, чтобы обезвредить капкан. А, если что, можешь мне передать, потому что у меня скиллы лучше прокачаны на ремонт. Даже капканов не стоит замечательно. Вот. Сейчас я за аккумулятором пока сгоняю. Так, а я пока что установлю. Так. Собака провалился. Так, все. Замечательно. Да, там Кузака уже устанавливать, сейчас. Давай, давай. Хотел, можешь сюда сейчас прийти, пацаны, потому что я лоханулся. Ключи есть? Пацаны, ключи есть? Ключи есть из вас, нет? Нет, нет, нет. Мы уже установили ключу. Бензин. Ой, как повезло-то со скиллами. Там ключи, вот, есть нож? Нож есть? Вот, есть. О, еще один газ, ни хрена себе вы. Пойдемте, да, в дом, да. А посмотрим. Где моя мачете? Там ключи украли. Ладно, сейчас возьму другую. Можно две тачки аж сделать, а ключей-то и нету. А у кого, у тебя? Может, на втором этаже есть оружие. А он сюда должен прибежать. Мне бы оружку найти, было бы замечательно. Пошли, надо за ключами, слышь, надо за ключами, вон там чел. Да, давай. А, он ее уже прижучил. Сейчас я оружку какую-нибудь возьму где-нибудь. Так, может, здесь будет? Так, надеюсь, не разбился. Красава. У меня до сих пор нету никакой мачете. Ключи есть. Возьми. Вот мачете. А, вот, замечательно. А аптечка, если что, у кого-нибудь есть, а то я ранился. Но я еще жив, типа. Бежим, 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 бежим. Все, он это. Ой, простите. Там. Он ушел. Он утепался. Быстрее поедем. Все, да, 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 да. О, стойте, это. Тут ружье лежит. Сейчас я ружье возьму. Да. Давай побыстрее только, а то он сейчас придет опять. Нас уже мало человек. Да нормально, если он кого-нибудь схватит, вырублю его и все. Вот такие ламповые каточки вам нравятся, ребята? Я не знаю, либо вам нравится, чтобы все кричали именно. Мне кажется, тоже неплохо, вполне. На расслабоне чисто смотрите. Go. Да, Ярик, воды ела, давай. Давай. Умница, просто давай, давай, давай. Да мог проехать, мог. Сиси, задом, ничего себе ты. Кузака любит дрифтовать. Кстати, дрифтовать здесь реально очень классно. Это просто вот всегда спасает. Я видел. Давай, давай, газуй, газуй. Маленечко не туда. Заводи машину, заводи машину, заводи машину. Да, да, да. Маленечко схватили. Так. У меня аптечки, правда, нет. Стой, я не могу использовать ружье.
Возьмите ружье, я не могу использовать. Такое бывает. О, поспасайте быстрее. Заводи. Ребят, садитесь, садитесь, садитесь. Да. Так, он меня схватил, схватил, схватил. Давай, давай, давай. Дай! Заводите, заводите. Ружьем. Собака, я выстрелил сквозь него. Бывает. Так, вот это опасные моменты, ребят, вообще. Найс. А где все остальные? Я не знаю. Уже все. Так, он капканы там ставит. Тебе хил не нужен? Пока что нет. Мне нужен очень. Но он один удар по мне сделает, и все мне. У меня только одна хилка. У меня нож есть. Эй! Так, ладно. Там аккуратно, там капкан стоит. Я уже на него готов. Я активировал. А еще аптечка нужна, да? Ой. Спасайся. Все, я вырубил. Давай, давай, давай. Давай, сиди, 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 сиди. Да. А где все остальные, блин? Томми, идёшь сейчас там. А он убил, да? Господи. Уходи, уходи, уходи. У меня мачете сломалось, но забаговалось. У меня нож есть. Окей, окей, окей. Бери, бери, бери. Так, у него радиоактив еще к тому же. Надо взять оружку срочно какую-нибудь. Надо убить Джейсона, убить надо Джейсона. А есть для этого возможности? Свитер там. Да, есть. Свитер, сейчас я пойду возьму, я знаю, где. Да это долго, блин, все. А там тачку завели. Вот так-то намного проще, только я не знаю, что произошло вообще. Где Джейсон? Куда он ушел? Либо там другую тачку делают, пацаны. Что, скорее всего... Он туда телепортировался, я не знаю вообще, что происходит. А чел этот, кстати, умеет ездить. Только я хз, зачем он так поехал по-тупому. Можно было спокойно по дороге ехать. И теперь он нас опять схватит. Алло, алло. Алло. Бил, сука, малолетний, иди нахуй отсюда. Мразь тупая. Стоп. Саранова. Так, я валю. Господи, кто за рулем? Почему нельзя, блин, нормально ездить? Я не понимаю. Окей, all set. Time to get out of here. Ох, кто-то забрал. Давай, давай, езжай. Все, отлично, 4 человека. Водила, не подведи, давай. Смауль. О. Да, он реально быстро телепортируется. Да я даже ничем не смогу помочь. Потому что мне нет оружки никакой. Уходите, 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 быстрее меня убивает. Уходите. Быстрее. Да ёб твою мать, да как так можно водить? Я не понимаю просто, я бы уже тысячу раз все бы сделал. Господи. Чё за бред? Я вообще ничего не понимаю. Они сейчас тачку, главное не забаговать бы здесь в этих деревьях. Я просто как пассажир, как, блин, в такси в каком-то. Давай. Да боже, что за хрень? Да они не рушатся. Так, давай быстрее, уезжай. А там да. Тачка забагалась. Замечательно, блин. Может убьем его? Подожди, не, погнали за свитером и убьем его. Там его нету, свитера. А где он?
умер. Его не надеть больше? Ну он умер, свитер умер. Так, у меня ножичек есть? Так, у меня ножичек был. Да о чем мне, это ничего не даст. Все, катка проиграна, блин, потому что руля мне никто не дал. Замечательно. Я не могу вылезти. Ну, посидим вдвоем тогда. Grab me, Jason, grab me, please, I can't. Oh my god. Да, надо было мне за руль садиться, и все было бы замечательно. Да это просто игра, господи. Я просто сижу, угораю. Я не могу. Jason, grab me, I can't out. Просто игра? Да просто игра, но обидно. Ой, на самом деле, народ, катки были не очень, потому что мне сегодня, по-моему, не везет. Бывает такая черта у ютубера, то, что записываешь, и ни хрена не выходит. По-моему, сегодня такой вот день. За Джейсона вообще была хрень полная, потому что попались... Это хуже, чем токсичные игроки были, блин, они. Это самое худшее, что могло попасться. А я эту катку ждал 2 часа, потому что мне не выпадал Джейсон. В общем, как-то так. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем до скорого. Играйте по-нормальному в игры. Я знаю твой телефон, но никогда не позвоню. И дышим мы в унисон и набираем. Я люблю, ты далеко, далеко. Смеются даже небеса, нам нелегко. Так легко, и верю я в чудеса.